Волгоградский 11-классник Тельман Бугар-Оглы Садыгов спас из горящей квартиры пожилую женщину. За подвиг молодой человек удостоен награды «Горячее сердце». В Волгограде состоится турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Елены Слесаренко. Участие в соревнованиях примет 21 команда из Южного и Приволжского федеральных округов. Подробности на портале МТВ Онлайн. Волгоградцы становятся жертвами клещей. С начала теплого сезона 238 человек обратились в больницы из-за укусов кровососущих. Насколько ситуация критична, читайте на МТВ Онлайн. Читайте также, в чем, по мнению эпатажного певца Сергея Шнурова, заключаются плюсы отказа Запада от российской культуры. Какой теме будет посвящен традиционный фестиваль искусств? Извините, вы не видели Лосева? Какой приговор вынесли матери Прохора Шаляпина? А также, чем закончилась трогательная история косули, заблудившейся в Михайловке? Об этом и не только читайте на сайте МТВ Онлайн.